Улыбаемся, разговариваем. Так, ребята, у нас прошел. Что ты вы? Да блин, это ж видео, что ты. Туда, давай, сюда, давай уже! Туда, сюда, отойди, Александр. Он не умеет снимать. Ребята, у нас прошел турнир мужской, и одна женщина была. Любительский. Ну, эти любители могут стать профессионалами, мы это все знаем. У нас есть хороший призы. Турнир назывался «Еще не лето». Значит, впереди у нас все. Лето, полное лето. Нам подготовили в США с вашей помощью призы. Значит, третье место занял Олег Аверин. Это был не факт, потому что битва за третье место была серьезная. Только в третьем решающем тайбреки, но зато за классным счетом 10-0 он показал, кто сегодня сильнее. Похлопаем, похлопаем, похлопаем. Так. Слушай, это был не факт. Это как мяч попал на 90%. Первый сет проиграл, по-моему, 6-3, да? Второй 7-6 выиграл. А какой на тайбреке был счет? 10-0. Нет, на первом тайбреке. А, на первом 7-5. Ребята, тут на третий сет он не вышел, наверное. Помогаем. Каждый свое вытягивает. Короче, давай, вытягивайся, каждый свое. Я держусь. Это Анна Григорьевна приготовила нам так. Да, 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 не-не-не, я одену, все как положено. Значит, давайте мы так вот. Грамота, третье место. Грамота, второе место. Тут была битва, к сожалению, я не видел. Между первым финалем. Тоже на... А, три сета здесь полных было. Первый сет выиграл Саша 6-3, второй проиграл на тайбреке 7-6, 7-3. Ну и в третьем сете 6-4. Андрей все-таки доказал, что на сегодня сильнейший. Здорово носит такую фамилию. Фамилия специальная, да, Виденко почти. Сергей Александрович, не тому медаль вешайте. Тому. Не тому. А, господи. Промахнулись. Немного, да. Вот по справедливости, вот так. Все красиво. Вот, какое дело. Все, ребята, вы там делали. Вот сразу раздел человек. За два. У нас тут есть еще сертификаты. Первое место на 2000. Себе чего-нибудь купите. Второе, третье по 1000. Но второе место, поскольку это как бы это. Еще и баночка мечей. Тренируйся, Саша. Хорош, как говорится, подкидывай. А то соперники возмущаются. Не, мы скоро прибьемся.